Всем привет, ребята! Мы на канале «Канадские игрушки». С вами Маша Захарова. Сегодня я вам покажу книжки хорошей писательницы Элиз Травель, кибетской писательницей. Она делает хорошие книжки про Ольгу. И я рекомендую покупать такие книжки, они очень классные, и она рассказывает очень интересные вещи, иногда немножко смешные. И эту девочку зовут Ольга, и она очень любит животных. И увидите, что в первой части, что вы увидите, что они милее, чем люди. Не осталось еще совсем немножко дочитать эту книгу. Но у меня еще две. Это вторая. Называется «Улья Деминаж». Первая называлась «Ольга и ле машинки пю». И третья называется «Ольга пардесю ла тет». Вот такие книжки про Ольгу. Очень интересные вам. Рекомендую. Очень классные книжки. И до новых встреч. Не забудьте подписаться на наш канал. Это обязательно. И поставить много-много кучу лайков под это видео. Всем пока-пока.